Что, собственно говоря, послужило поводом для последнего по времени вооруженного столкновения между Израилем и Хамас в секторе Газа? В марте этого года была крупная ликвидация Израилем одного из боевиков исламских. Насколько события арабской весны смогли повлиять на то, что происходит сегодня? Арабская весна, несомненно, тот контекст, тот фон, то изменение условий игры, которое произошло, которое еще далеко не завершено, но которое открыло новые риски. Облачный столб можно использовать как, точнее, воспринимать как полумеру, да, или как первый шаг на пути к ликвидации ядерных объектов Ирана. С оружием в руках этих проблем не решить.